В 42-м году в деревне Петрищево фашисты казнили юную партизанку по имени Таня. Жители Петрищева узнали в ней девушку из соседнего села. Но ЦК комсомола настаивал на том, что это московская комсомолка Зоя Космодеменская. Для опознания трупа были вызваны обе женщины, называвшие себя матерью партизанки. Однажды приехала простая деревенская женщина туда и сказала: вот в этих местах у меня моя дочка Таня партизанила. Вот покажите мне ее. Тогда у нее стали спрашивать: дай, назовите какие-нибудь, ну, признаки на теле. Может, родинка или какой-то там еще что-нибудь есть, шрам какой-нибудь день, чтобы мы знали, что та ли эта женщина или нет. Она назвала несколько каких-то таких вот примечательных знаков на теле. Оказалось, все верно. Она увидела, говорит: Танечка, что с тобой сделали изверги? Тот начала ругать и плакать над ней, и обнимать ее. Ну, у нее потом оттащили ее, попрощались с ней, ей не отдали, потому что продолжалось следствие. ЦК комсомол настаивал, что это Зоя Космодемьянская, что она комсомолка была, все, а это неизвестно, кто она у них была. Эта женщина их не интересовала. Нашли Космодемьянскую мать, эту учительницу Любовь Тимофеевну. Она, значит, приехала туда с ними. Ну, ей стали, ее не спрашивали о приметах на теле, а просто ей сказали: сейчас мы вам покажем ее. Она посмотрела, не бросилась, не плакала, а просто сказала: да, это моя дочь. Только она не Таня, а Зоя. И фамилия Космодемьянская, как и мне. Вот. Не жаловалась, не плакала, не причитала как-то, а просто так констатировала, что это ее дочь. И ее утвердили как мать, а это как дочь. Когда мы пригласили посмотреть картину Зою, мать, она пришла в квартиру нашу с Крыловым и стоит далеко от картины. Мы говорим: вы подойдите ближе, посмотрите, похожа она или нет. А я отсюда вижу. Очень такая, знаете, заносчивая дама оказалась. И какая-то даже гордая, и самовлюбленная, по-моему, такая, самодовольная. Мы говорим: да нет, ну вы все-таки подойдите, ведь это же вот такой величины в картине лицо ее. Она подошла. Да, по-моему, похоже, да. Только, а есть у вас какие-нибудь замечания? Есть. Какие же? Я бы ее кровью вымазала. Мы пришли в ужас. Я думаю, что она Таней была, а не Зоей. Вполне возможно, знаете.